Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на канал BoxPlay. Сегодня я решил сделать такой просто видосик, сравнение, потому что у меня есть и Nintendo Switch, и GPD Win 2. И, в принципе, многие в интернетах их сравнивают, сталкивают там лбами и говорят, там, блин, Switch лучше намного, там, или наоборот, нет, GPD Win 2 лучше, потому что он там универсальнее, а Switch там как бы дольше там живет аккумулятор, либо же Switch там больше заточена под игры. Поэтому я буду проводить такую мини-серию сравнений, в которой я буду сравнивать разные игры, которые есть, например, и на Switch'е, и есть, опять же, и под Windows. То есть, чтобы понимать, ну, как бы, какая игра лучше пойдет на каком девайсе, например. Либо же они будут одинаково идти, тогда смысла там не имеет на что-то переходить, там, на Switch и так далее, или, наоборот, на GPD Win 2. Или, возможно, просто вам будет интересно посмотреть, как будут вести себя игры на вот этих вот устройствах. То есть, смотрите, сегодня у нас будет игра Cuphead. Это достаточно новенькая, свеженькая игрушечка. Вот. И давайте начнем с того, что мы их просто одинаково попробуем запустить. Вот, мы их попробуем одинаково запустить. То есть я вот здесь нажимаю Enter и здесь нажимаю Enter. Вот. И вот они, пожалуйста, начинают запускаться. Интересно, вот на каком девайсе быстрее запустится игра. Смотрите, кстати, вот GPD Win 2 по этому параметру побеждает. Мне кажется, уже да, все. Вот, смотрите, есть да, такая вот тема, надпись уже все, пожалуйста. Здесь только все загружается. И реально по скорости, да, по скорости загрузки как бы побеждает GPD Win сейчас. Хотя вот эта вот штука должна быть, в принципе, оптимизирована для игры, да, то есть, в принципе, здесь никакой сверху нет ни надстройки, там, ни системы, ни... У меня тут просто еще там Viber стоит, там, всякие там и так далее, штуки-дрюки, и вот, вот запустился наш Cuphead на Switch'е. Ну, это, в принципе, не настолько важно, на самом деле, я думаю, то есть, как бы, да, он там немножко дольше, но давайте смотреть дальше. А, здесь у меня стоит Fraps, вот, это программка, которая меряет частоту кадров. Здесь, соответственно, на свече я не смог поставить фрапс, потому что здесь, ну, нет такого. То есть, вот просто вот так. Поэтому просто на свече будем смотреть, как она будет визуально себя вести. Я думаю, что игра, в принципе, проявит себя нормально и там. Тем не менее, давайте будем посмотреть. Так, нажимаем любую кнопку. Здесь требует нажать любую кнопку. Мы нажимаем ее. И вот здесь вот требует нажать не любую кнопку, а кнопку L плюс R. То есть, вот эти вот две кнопочки мы нажимаем, и также заходит оно у нас в меню. Вот, и вот смотрите, окей, здесь А нажать, и здесь окей, А. То есть мы начинаем игру, и раз, два, три, оп. Так, вот здесь я просто уже немножко поиграл, а на свече только-только лишь поставил это все дело. Поэтому будем новую игру, соответственно, начинать на двоих устройствах, чтобы посмотреть, насколько там быстро она грузится и так далее. Смотрите, здесь вот на GPD Win 2 очень прикольно работает фича. Вот то, что я говорил, переключатель, да, с... мышки, то есть вот в данном положении это действует как мышка, а эти кнопки как бы какие-то можно назначать. Есть еще положение геймпад, да, то есть мы сейчас переключили в положение геймпад, и у нас вот эта вот вся канитель, она стала геймпадом от Xbox. То есть игра сейчас думает, что мы подключили к компьютеру геймпад от Xbox, а она в принципе заточена на геймпад от Xbox, поэтому как бы вот видите, все кнопки у нас работают, и как положено они все работают. Здесь нажать ОК это А, а здесь нажать ОК это тоже А. Вот только здесь А вот тут вот, а здесь А вот здесь. Классно сказал, да? Ну что, погнали, айт. Выберите игрока. Ну, давайте будем выбирать игрока. Давайте здесь выберем другого игрока, чтобы было интереснее. А здесь этот будет игрок, да? Давайте, погнали. Опа. Все, начинается сама игра. Начинается сама игра. Значит, будет какая-то заставка, я думаю. Вот, я уже немножко проходил, опять же, эту игру чуть-чуть. Мне было интересно. Я устанавливал ее вот здесь, сюда, на GPD Win 2. И играл я здесь на GPD Win. Вот, поэтому смотрите, кстати, GPD Win реально быстрее получается. Не знаю, почему так, на самом деле. Мне кажется, казалось, что Nintendo реально будет более оптимизирована, потому что Nintendo, в принципе, они эту игру как раз под Nintendo пилили. Не в плане того, что я конкретно там эксклюзив под Nintendo, но они адаптировали ее к Nintendo, и мне кажется, должна быть она быстрее была бы. Но на GPD Win реально она быстрее. Давайте будем листать. Здесь кнопочка А, здесь кнопочка А тоже. Ну, все как бы просто, да? Там казино, туда-сюда, все, в принципе, сюжет, все понятно, все знаем, да? Вот. Да, их там, короче, сюжет в том, что их там дьявол обыграл в казино, насколько я помню. И они проиграли ему душу. И чтобы эту душу вернуть, он им говорит, давайте собирайте там для меня с должников что-то там деньги или что-то там такое вот. Я сейчас вдаваться не буду в подробности.
Вот, но он отправил их собирать. Вот. И мы, в принципе, видите, одинаково все листаем, одинаково у нас идет загрузка. И я думаю, что опять же, GPD, видите, у нас быстрее загрузился. Ну, не намного, кстати, не намного. Все адаптировано здесь чудесно. То есть, смотрите, под этот экран небольшой здесь все прекрасно видно. Вот, давайте, может быть, я вот так сделаю, да, чтобы вам было. Чтобы вам было понятней, да. Вот. На свече, в принципе, экран такой же где-то. То есть, у него разрешение 720p, насколько я помню. То есть, экраны очень похожи на самом деле. То есть, может быть, из-за того, что свич более вытянутый, кажется, что на свече экран побольше. Но на самом деле это не так. На самом деле это не так. То есть, здесь экран 7 дюймов, здесь экран, если не ошибаюсь, 6,5 или 6. Я не помню, честно. Вот. Я посмотрю там в интернете и, честно, не помню. Короче, приятель, попал ты в переплет, да? Давайте сначала на свече проклацаем. Да. Будем собирать, будем драться. Вот, способности у нас есть, иди к моему письменному столу, и начнется битва, да. Вот мы бегаем, мы прыгаем, то есть, в принципе, все очень просто. У нас задействован один лишь только вот этот вот джойстик. Один лишь только джойстик задействован, и мы можем бегать, прыгать, ну и стрелять впоследствии, да, потому что у нас есть вот такой палец, и мы можем вот так вот стрелять, да, вот этой кнопкой, с помощью кнопки Y. Все очень просто, и как бы все очень просто. Вот, здесь то же самое, то есть, пожалуйста, то же самое мы бегаем, ну, сейчас мы проклацаем вот это все дело. Игра у нас показывает, что у нас все время 60 FPS, но, в принципе, это статично рисованная картинка, поэтому я не думаю, что это супер какая-то тяжелая игра. Вот, блин, мы случайно зашли в обучение, ну да ладно, и посмотрим. То есть, то же самое, здесь кнопочка А. Это тоже выбор, но она находится снизу, а кнопочка на свече находится справа. То есть, как бы, это просто различие между геймпадами свеча и геймпадами Xbox. И они вообще все, как бы, все по-разному немножко делают, поэтому, как бы, вот так. Пригнуться, удерживайте кнопку вниз, чтобы пригнуться. Прекрасно, я справился. Прыжок, нажмите кнопочку А. Очень прикольно, кстати, сделано. Быстрое уклонение. Так, Y нажать на земле или в воздухе надо прыжок, а рывок. Вот, то есть мы нажимаем А и Y, оп, видите, оп, и он летит. То есть нам надо вот так, вот отсюда надо, хоп, чиж, полетели, все прекрасно. Спуск, это прыжок вниз, понятно. Вот, выстрел, это X у нас. То есть, как бы, все тоже очень просто, все тоже очень, все очень быстро. Вот, стрелять с места, удержите, чтобы оставаться на месте. Вот, нам надо R. Правый удерживать стик, да, чтобы оставаться на месте. Правый триггер, правый курочек. Вот, парирование. Нажмите прыжок в воздухе, чтобы парировать розовые сферы. Добавляет карту спецатаки. Вот, парирование. Давайте парируем. Парировать розовые... А, вот так, да. Вот так. Все понятно, как воскрешение. Воскресенье убедит товарища, время применения, парирование на него при языке только в режиме парной игры. То есть то же самое, как парирование, мы воскрешаем товарища, если мы хотим играть по там, как-то в паре, да. Спецатака. Усиленная атака расходует на одну карту спецатаки. Это B. Вот так. Нифига себе, спецатака. Вот так вот, видите, вот у нас есть карты спецатаки, и мы их можем использовать. Все, и кнопочка А у нас выход. Тут то же самое, по сути. Ну, видите, когда у нас была битва, у нас FPS проседал до 40 примерно. Вот, здесь то же самое. То есть, как бы, вот, давайте тоже пройдем обучение. Это, в принципе, как бы, грузится немножко только подольше. И, в принципе, как бы, в остальном все одинаково, все то же самое. Ну, то есть, придерживайте кнопку вниз, чтобы пригнуться. Единственное, что мне на свече немножко удобнее, наверное, играть, потому что более широко руки расставлены и более как-то удобно расположены. Но это, опять же, это вопрос не к игре, а вопрос именно к устройству игровому. То есть, вот для игр, наверное, все-таки свич больше чуть-чуть подходит. Вот, то есть, то же самое, да, прыжок, рывок, вот, спуск вниз, вот, Y это выстрел, стрельба с места, это то же самое, R зажимаем и стреляем, так, стоп, R зажимаем и стреляем с места, все. Все тоже очень просто. Вот мы воскрешаем нашего товарища. Вот спецатака. У этого такая же точно спецатака, да? Монеты. Собирайте монеты, чтобы делать покупки в магазине. Все очень тоже просто. Вот. То есть, в принципе, это очень все похоже. Вот, очень все как бы одинаково, я бы сказал. То есть, разницы между вот этими играми нет. Поэтому я думаю, что как бы смысла продолжать особо
смысла продолжать я не вижу особо. Давайте выйдем просто в открытый мир и здесь, и здесь. Вот. И я думаю, что вот среди этих игр разницы просто нет. Причем, как бы, ну, реально, вот на GPD Win 2 это все намного быстрее грузится, честно. Ну, даже несмотря на то, что я первый вышел, видно, да, что все равно больше. Вот. И тут, видите, немножко разные кнопочки просто отличаются. Здесь использовать X, а здесь использовать Y. Но опять же, и X, и Y это одна и та же кнопка. По сути, она сверху находится, то как бы дело привычки, то есть все. Вот. И, в принципе, как бы все то же самое. Все то же самое. Очень круто. Очень такая прикольная игрушка. Интересная достаточно. И она такая ненавязчивая очень. То есть, в принципе, для того, чтобы где-то там поиграться в нее в дороге, отлично, супер. Причем, видите, как она классно идет и на Nintendo Switch. Тоже супер адаптировано, все классно. Также она классно идет и на GPD Win 2. Давайте тест еще сделаем такой GPD Win 2, потому что Nintendo Switch славится, мне очень нравится Nintendo Switch по поводу того, что ее можно вот так сделать. Ты ее выключаешь, она моментально просто блокируется, все, ты идешь там, я не знаю, там кушаешь, ты идешь, работаешь, ты идешь там, занимаешься своими делами. Как только ты позанимался своими делами, ты разблокировал и начал с того же момента. Вообще не надо ничего ждать, ни, там, ни секунды, ни минуты, вот она просто хоп и все, с того момента. А по поводу GPD Win 2 некоторые игры не поддерживают такой момент, что ты вот так, смотрите, свернул. Оп. GPD Win 2 при захлопывании крышки, соответственно, мне настроен на сон. То есть он, видите, ушел в сон. И тоже во сне он как бы очень мало заряда берет, точнее расходует. И вот сейчас проверим мы эту игру на момент сворачивания. То есть, хоп, мы, видите, развернули, он у нас в рабочем столе, как бы, и мы все, оп, опять в игре. То есть, тоже замечательная игра сворачивается и разворачивается. То есть, нет никаких ошибок, как бы, поэтому играбельно очень даже. То есть, эта игра играбельна и на Nintendo Switch, и на GPD Win 2. Что ж, друзья, у меня на сегодня все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я думаю, в следующий раз обязательно запилим что-нибудь поинтересней, подинамичней. Хочу сделать обзор игры Doom 2016 года, потому что она есть и на Switch, и она есть и на Windows. Вот. Поэтому подписывайтесь, будет интересно. Будем сравнивать все. До свидания.